Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 9, вопрос 2204. До епископа я пытался несколько раз пробиться, но меня успокоили даже с бывшим епископом Антонием встречавшиеся, что к Максиму им еще никому не удавалось пробиться. Он только с бабками может любезничать. Можно ли хотя бы по печати проследить, где он проповедует, как борется с сектантами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не надо выдумывать. Максим не хуже других, по крайней мере, не женатый епископ, это уже немалое дело. Открыто не гуляет, и это в похвалу ему. А насчет проповеди, то ее нигде в России нет. К сектантам поучиться не идут по гордости и чванству. Он любит на балах быть, на воцарении губернатора, мэра и прочих дешевых представлениях. Это его любимое занятие. Колокольные и крестные ходы, проруби долбить во лду, елки украшать и кресты на храмах расцвечивать. Бирюльский епископ. Вот только несколько часов его жизни. Журнал «Казначей», номер 1, май 2003 год, страница 8. Новоселье на историческом месте. 20 сентября 2002 года. Здесь разместилась казна Алтайского края. На презентации собралось немало именитых гостей, представители федерального казначейства и министерств финансов, конечно же, владыка Максим. Возрождаются славные традиции России, без Господнего благословения сегодня не начинается ни одного доброго дела. Кавычки закрыты. Даже по орфографии владыка с большой буквы, а Господнего с малой. Если бы вскрылись все махинации тех, кто там присутствовал, то в воронки сажая вези на гору в бывший монастырь с владыкой вместе, на исповедь к следователю, где теперь тюрьма. Что делать в казне монаху? И тут же фотографии балерин полуголых и танцы. И он это все смотрит, раскрыв епископский рот. Он благословляет, за палочку держится свою. Город оккупирован сектантами, мафиози, разбой на каждом шагу, лютуют в налоговых и других структурах власти. И тут же от имени Господа Бога ставленник патриархии довольный. Ужас и срам. Пророк Иезекииля 34:2-8. Сын человеческий, изреки пророчества на пастырей Израилевых. Изреки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Живу я. Говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли». И, конечно же, не объедки епископа попадут со стола финансов, иначе зачем бы он на запах шашлыка носом тянул? С такими стенами, монстрами много ли заведений в городе? Монастырь, управление ГУИН, тюрьма.